Здравствуйте, коллеги. Retail Week вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я представляю компанию Cleverance. Это разработчик программного обеспечения для терминала сбора данных, который помогает в ритейле в виде розничных точек, на складах, распределительных складах, распределительных центрах, ну и также есть возможность выхода на технологии RFID. Расскажите, пожалуйста, как ваша технология конкурентоспособна? Какие-то у вас, наверное, интересные есть наработки, какие-то новые продукты? Очень хочется узнать. Технология RFID отличается тем, что при сканировании штрих-кода необходим визуальный контакт терминала сбора данных, а именно считывающей головки, и непосредственно штрих-кода. Когда мы говорим про технологию RFID, с помощью волн, радиочастот, мы можем сканировать информацию прямо в палете, прямо в коробке, не открывая ее и понимая, какая номенклатура у нас там лежит и в каком количестве, поскольку каждая метка, она уникальна. Получается, тем самым мы экономим время, мы экономим деньги. Абсолютно верно, так оно и есть. Например, данная технология сейчас помогает при аренде ящиков, которые пластмассовые, то есть поставщики просто сканируют товар, не соприкасаясь с ним, просто собирают, отправляют какую-нибудь там Пятерочку или там другой какой-то магазин, и при получении они точно знают, то ли тот ли им товар пришел, те ли палеты были им отгружены, то есть по SKU они могут абсолютно совпадать, но поскольку каждая единица, она уникальна, то есть точное понятие, из какой поставки, в какой отгрузке был получен товар либо отправлен. И насколько я понимаю, как раз наша повестка 2021 года – это повестка не прикасаться к вещам, максимально защитив себя от контакта с другими людьми. И получается, ваша фирма как раз позволяет делать это максимально элегантно. Да, абсолютно верно. То есть здесь есть быстро, просто, не соприкасаясь. Вот так вот, собственно говоря. Спасибо огромное. Расскажите, пожалуйста, как вам выставка? Может быть, вам понравились какие-то интересные наработки коллег? Может быть, вы увидели какие-то интересные решения? Или наоборот, у вас было много интересных встреч по поводу вашего продукта? Вообще, на самом деле, мы стоим на стенде со Сколковым. Но есть интересные моменты, люди пока что не совсем понимают, что такое RFID, но при этом мы проговариваем, мы сразу говорим, что это не так просто, как кажется на первый взгляд, смотрим их бизнес-процессы, ну и по итогу, на самом деле, у каждого клиента свои бизнес-процессы, это очень интересно, это прям огонь. Давайте еще расскажем, где вас можно найти, раз у вас стенд, вы, наверное, поподробнее на нем сможете рассказать все нюансы. Мы находимся на втором этаже в Сколково. Там есть у нас отдельный стенд, и там написано Cleverance. И там стоят два сотрудника, я и еще один мой коллега. И мы, собственно говоря, рассказываем и про штрих-кодирование, и про RFID. Друзья, вы знаете теперь, где найти эту прекрасную фирму. Я думаю, что она поможет сэкономить вам деньги и все автоматизировать. Спасибо вам огромное за такое приятное общение. Спасибо.